Доброе, доброе утро. А что уже такое у нас бурное веселье сегодня? Да? Сегодня бурное веселье у нас, прям с утра пораньше. Обалдеть. О, все веселятся, все играют, все уже озоруют. Фиюшка за маленькой носится, да, за козявишной. Козявишна, а козявишна? А ты такая козявишна уже, ну уже все освоилась. Да, и мы всем желаем воскресного утречка такого же бодрого и энергичного, да? А у этих, посмотрите, у них уже какая-то борьба, тусня, возня. Феюшка, зачем по столу ходишь? Феюшка у нас любительница по столу теперь походить. Запрыгивать научилась и все, проверяет, что у меня на рабочем столе есть. Что можно поработать, что поделать? Все развеселились. А Козявишна и со всеми успевает. Со всеми, миленькая, успевает. Ой, попрыгушка ты, зверушка, а? Ой, а эти какие серьезные. Рододендрончик, зайкин. Ну, на маленькую никто не агрессирует. То есть могут только рассказать что-нибудь такое, а так, тю-тю-тю-тю-тю, ее не пугает вот эту маленькую, хорошую девчонку. А она уже со всеми бежит и по лесенкам бегает. Ну, конечно, так с испанкой, но все равно, да? Зайкин, рододендрон. Ну, вы прямо так страшно играете, что люди подумают, что вы прямо кусики и грызики хотите сделать друг другу, да? Ой, да, показываешь, какой ты зверь, парень. Парень-зверь. Милочка, ты тоже присоединилась к бурному веселью, да, утреннему? Ну, каждое утро, каждый раз по-разному. То необузданное веселье, а то тихонько, спокойненько и вяленько, да, размеренно. Да, каждый раз по-разному, скажи. Мы такие разные, мы такие разнообразные. Прямо собаки-балабаки. Ну, а мы всем желаем столько же энергии, столько же теплоты и милоты и прекрасного воскресного настроения. Ну, хватит вам, а? Зверюги вы настоящие. Мы знаем, что вы прям зверюги-зверюги.